Я рад снова приветствовать всех участников форума Animal Profi. Здесь собрались настоящие профессионалы своего дела, профессионалы в области птицеводства. Каждый из нас слышал сказку «Курочка Ряба», но у участников форума есть свой собственный взгляд на это произведение. Жили дили. Старик со старухой. Они все делали вместе. И плакали вместе, и смеялись. Вот такая была счастливая пара. Детей у них не было. Была курочка Ряба. С трудом, честно, могу ее представить. Но, наверное, она жирная, как корова. Курочка не простая, а золотая. И снесла она яичко. 25-килограммовое золотое яйцо. Они могли сходить к ювелиру и сделать бабушке там это бриллианты и все такое прочее. Ну, я так чисто профессионально подойду к вопросу. Если курочку правильно кормить и нетофармовские препараты применять, то будет золотые яйца. От счастливой курицы, свободно выгульного образа жизни. Яйцо это символ возрождения России. Я не помню, что там было в оригинальной интерпретации, но, наверное... Били они, били яичко. Не получилось. Бил, не разбил. Не решили его инвестировать куда-то? В принципе, при нормальном подходе все должно быть золотое. Оно должно принести прибыль. Курица, что не съест, все равно что-нибудь задаст. Но это на самом деле сказка, такого быть не может быть. Но бабки должны быть. Мне кажется, цели были поставлены очень большие и... И пришла мышка. Хвостиком махнула. И в этом глубокий смысл. Почему? Потому что русский человек настроен на чудо. Вечеринка там закончилась, насколько я помню, не очень хорошо. Яйцо упало и... Разбилось. Чтобы яйца крепко играли, это были... Нам надо научный подход в любом. Больше, наверное, кормили каким-то железосодержащим препаратом. Может, кальция не хватало, не знаю. Яйца должны биться. Бьешь на сковородку, бьешь. Баба рыдает. А курочка кудахчет. Может, она и не сказала по-человечески, но они поняли, что она хотела сказать по-куриному. А где бабки, да? Это проблема нашего присутствия, проблема инвестиций. Бабок нет. Они хотели от нее услышать именно это. Вот она им сказала это. Ну, если дед с бабой улетели в Ниццу, обнюхались там, то у них и не только курица заговорит, а и все подряд заговорит. Ну, наверное, какую-то химию дали. Там игнут технологии. Да, они расстроились очень. Дед был вообще плакса. И пришла курочка Ряба, да, по-моему, и сказала. Да не плачьте, снесу я вам и сколько хотите. Потому что каждая курица несет... Ну, за 23 часа формируется одно яйцо. И она приостановила этот процесс, этот поток слез неиссякаемых. Идеал белка раньше было женское молоко, а потом... А потом не помню, что было. Любовь. Давать птице то, что она, то есть, заслуживает. И чтобы она получала удовольствие от своей жизни и давала нам все яйца, которые в нее в организме... Пусть золотые, платиновые и бриллиантовые, в конце концов. Мы за нормальное птицеводство, за нормальные яйца разные. Сохранили саму суть. Больше тут ничего не могу добавить.